You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. You made it.
something new. You gotta know, every day I got your back. Yeah, you can count on me. Привет, друзья мои, добро пожаловать в игру D74. Мы вернулись к Золушке и ее семье, и сейчас мы находимся немного на другом участке. Я решила, что наш дом нужно переместить. Сначала я думала, что перестрою полностью наш дом, но он мне настолько нравится, что я думаю, мы будем перестройку делать после того, как наша Тиана станет главой нашей семьи. Пока что, я думаю, мы поживем в этом домике, да, в принципе, нам не так уж много времени осталось. И сейчас я хотела бы вам показать, что у нас здесь появилось. У нас пока что ночь, у нас все ребята какие-то уставшие, грустные. Мы их сейчас отправим заниматься своими делами. Честно говоря, давно не заходила к Золушке, прям очень давно. И, конечно же, я по ней соскучилась. Надеюсь, вы тоже по ней соскучились и поддержите ролик лайком. Значит, я решила для них организовать... вот такое вот местечко для посиделок. Сначала думала, что я его украшу различными цветами, но я думаю, что им будет не очень удобно сюда добираться. Поэтому я разместила вот такой вот небольшой костерок и вокруг расставила стульчики. Может быть, наша семейка наконец-то, ну, скажем так, воссоединится, потому что вы знаете, какие у нас тут страсти происходят, кто у нас с кем ссорится, ругается. И мне хотелось бы, что, может быть, иногда они здесь собирались и как-то общались, проводили вечера вместе. Здесь у нас местечко, где находится Болдер Юки и наша малышка-лисичка. Я решила все-таки оставить его здесь, под таким вот огромным деревом. Мне кажется, что место очень уютное. И с другой стороны, я решила разместить оранжерею. Вы бы знали, сколько я сидела с этой оранжереей. Это было просто кошмар, как много времени у меня ушло. Я сначала думала сделать эту оранжерею буквой «Г», затем думала буквой «П». Но в итоге я решила просто разместить вот такую вот оранжерею. Здесь я обязательно решила использовать именно вот такие вот небольшие клумбочки. Сначала я думала, что я просто посажу их в землю, но как-то не хотелось. Хотелось, чтобы все выглядело более симпатично, поэтому я разместила вот такие клумбы. И в центре я решила разместить фонтан. Помимо фонтана я еще добавила несколько струек воды, и посмотрите, выглядит вообще-то, смотрится очень даже неплохо, на мой взгляд. Ну и тут у нас есть несколько скамеек, я надеюсь, что Синдл сможет сюда проходить, а этим... ну, как вы понимаете, местом будет заведовать Синдл. Я не думаю, что Олеса захочет. Может быть, дочка Олеса, конечно, заинтересуется, я не знаю. Но я думаю, что поначалу будет заниматься, конечно же, в оранжерее Синдл. Ну что, здесь у нас что есть? У нас тут еще есть местечко, где наша Синдл сможет развешивать белье. Ну и, в принципе, здесь пока что просто такая вот лужайка. Я не знаю, может быть, что-нибудь еще сюда добавим? Может быть и нет, может здесь просто будет такая вот дорожка к оранжерее. Может быть, им действительно больше ничего не нужно для жизни. Ну что, возвращаемся к нашим ребятам. Как я по ним соскучилась. Ребят, чего вы такое? А, кто-то у нас тут вонючка. Давайте мы сначала их отправим по делам, а затем будем, конечно же, включать режим жизни, потому что вы знаете, как они у нас тут начинают сразу бегать, нервничать, а я бы этого не хотела. Итак, наша сестрица немножко проголодалась. Кстати, да, мы теперь находимся на другом участке. Я решила, что нужно продать тот дом, ну, переместить его сюда, но не переживайте, я продала все предметы из нашего багажа, поэтому у нас было целых 36 тысяч, представляете, на перестройку. А осталось у нас всего 3 тысячи. И я так понимаю, что наш дом подорожает. Я думаю, что нашу сестрицу мы сейчас отправим, пусть пойдет, посмотрит, наверное, кулинарный канал, кулинарную передачу. Бедняга Джулия, мне его так жалко, знаете, мне кажется, что он в итоге, наверное, сойдется с Золушкой. Вот что-то мне подсказывает, что наш Джулиан, знаете, он может быть, ну, действительно, с возрастом поймет, что на самом деле Синдал была не такая плохая, ну, скажем так, для него, потому что, вы же знаете, изначально он, конечно же, был Синдл, потом он переключился на Олесу,
Ну и мне как-то, ну действительно, его жалко. Наши детишки хотят в туалет, поэтому мы их тоже, наверное, подожди. Марк, ты подождешь. Марк, ты можешь очень долго подождать, а вот наши детишки не могут. Ты тоже хочешь в туалет, мы тебя отправляем сюда. Тебя мы тоже отправляем сюда, все хотят в туалет. Но наша малышка очень голодная. И что я хочу сделать? Я, конечно, хотела бы ее покормить. Давай-ка посмотрим, что у нас тут осталось из еды. У нас тут есть великолепный ужин с индейкой. Ну что, все двигаются в сторону дома? О, смотрите, только Джулиан и Синдл остались рядышком. Ну, я не знаю, ребят, сойдутся они, не сойдутся, поживем, увидим, потому что сейчас у них не самые лучшие отношения, скажем так, даже вообще никакие у них отношения, вот вроде бы в плане дружбы у них неплохо, а вот в остальном, конечно же, похуже. Значит, Адриан, ты где? Ты идешь медленнее всех, но тебе нужно быстрее всех попасть в туалет, поэтому двигайся, пожалуйста, побыстрее. Здесь у нас вроде бы все нормально, я бы хотела, конечно, повыбрасывать вот эти все остатки, пока что мы, конечно, ничего не можем заработать на этой нашей мусорке, поэтому, увы, я будем ждать, когда это все пофиксят. Использовать какие-то моды я не хочу, я уже говорила, поэтому будем ждать. Ну ничего, будем без заработка на этой мусорке. Возвращаем тебя сюда. Это тоже вот сюда переносим и сразу же можем отдавать. Мне кажется, что... Что такое? Ты голодна? А, она же голодна, она уже прям сильно проголодалась. И я бы хотела сходить кого-нибудь укусить. А ну-ка, стоять! Стоять, все, закончилась наша передача, у нас тут Джим ездит. Подожди, Джим Купер, это не какой-то из родственников нашего Джулиана? Слушайте, ну он как-то на него аж прям немножечко похож. У нас же, наш Джулиан, где ты тут у нас? Он у нас Джулиан Купер. И мне кажется, это может быть кто-то из наших родственников. Ну, прости, пожалуйста, мне нужно тебя укусить. Я буду долго пить твою кровушку. Ты долго гнать велосипед не сможешь, потому что мне надо выпить. Мне нравится, он остановился такой, знаете, наверное, я сложу свой велосипед и пойду проверю, что же там происходит. Давайте-ка глянем, сколько нашей Тине нужно... Да почему ты сюда... Подожди, Марк, ты вообще не офигел? Марк, ты почему лег спать у нашей вампирши? Ты чего? У тебя, по-моему, не все в порядке. Мне правда пора. Подожди, куда тебе пора? Мне надо тебя укусить, а ты мне говоришь, пора. В смысле? Мы тебя укуси? Подожди, я тебя не смогла укусить или что? Или как? Или почему? Ты что, издеваешься? Давай-ка еще раз принудить долго пить. Она, главное, стала с ним поболтать. Знаешь, дорогая, тебе нужно не болтать. Тебе нужно кусать. Значит, я хочу посмотреть, как делишки у нашей Тины. Тина, бедняжка, грязнулька. Поэтому мы сейчас попросим твою мамочку... Пожалуйста, искупай дочку. Стоять. Ты должна искупать в ванне с пеной Тину. Я хочу посмотреть, сколько осталось до взросления нашей Тины. До взросления, конечно, осталось сколько? Ну, давай глянем. А, осталось всего ничего, друзья мои. Она у нас скоро подрастет. И я вообще хочу, конечно, как можно скорее ее сделать старше, ребята. Как вы считаете, можем ли мы ее повзрослеть, скажем так, чуть быстрее, потому что она у нас вступает, ну, скажем так, становится полноценной участницей нашего челленджа только тогда, когда станет молодой. А она у нас сегодня, скорее всего, только станет... Подожди, что такое? Где наша малышка? Ты чего? Ты еще кушаешь? Она у нас станет, как вы понимаете, молодой еще не скоро. Она пока станет ребенком, потом подростком. Мы можем придумать какие-нибудь интересные для нее условия, может быть, как в челлендже 100 детей... Мы сделаем ее... Так, а ну-ка еще раз, иди искупай. Мы, возможно, ее сделаем... Что такое? Почему вы все... Подождите, ребят, у вас есть ваши кровати. А, вам снова нужно попросить опрыскать? Нет, это не надо. Давай-ка мы выбрать кровать. Это будет твоя кровать, поэтому бегом ложись сюда спадки. Это будет твоя кровать. Выплакаться. Ох, печалечка. Печалечка, у нас все грустные, мои. Пойди, пожалуйста, вот на эту кроватку. Нам снова всем нужно все раздать, потому что мы с вами переехали, и ребята думают, а ты вообще играешь? Ну, пожалуйста, можешь поиграть. Джулиан, ты вообще в порядке? Почему ты спишь здесь? Давайте всем выдадим сейчас сразу же кровать, потому что это будет очень долго и сложно. Джулиан, это твоя кровать. Это будет... подожди, правая нет. Правая не твоя. Твоя будет... Нет, подожди-ка, кому принадлежит левая? Левая сторона будет Джулиана. Хорошо, будешь спать ближе к окошку. Чтобы наша вампирша не заболела, мы ей возьмем правую. Алеса, бери себе эту. Значит, Марк, ты решил все-таки в туалет к вампирше сходить? Ну, это не очень, правильно? Ну, да ладно. Значит, правая сторона будет Марка, а левая сторона у нас будет нашей прекрасной Синдл. Вообще, у Марка с Синдл все хорошо, но то, что он сделал с сестрой нашей Синдл, мне это немножко смущает, поэтому я, конечно же... Ну вот не знаю, у меня к нему, знаете, вот как-то нет никакого расположения, плюс, как вы знаете, когда наша малышка повзрослеет,
Когда она станет молодой, ее отец должен будет уже погибнуть, умереть. И я так понимаю, что может быть... Кто у нас тут плачет? А, у нас тут малышка наша все еще плачет. Может быть, я не знаю, вампирша его наша укусит. Может быть, Олеса решит его покусать, когда она узнает, как он поступил с Синдл, и она решит ему отомстить. Я не знаю, может быть, они подружатся. Ладно, ребят, не будем ничего сейчас пока что придумывать. Значит, наша... Подожди-ка, кстати, ты, по-моему, получила, а наша Олеса получила повышение. Но для того, чтобы получить еще одно повышение, ей, конечно, нужно написать статью «Второй уровень изысканной кулинарии и пятый уровень писательства». Но так как у нее нет доступа к кухне, я думаю, что мы пока что продвигать ее дальше по карьерной лестнице не будем. Мы будем, конечно же, стараться вместе с Джулианом. Да что ж такое, ты туда-сюда по этому туалету прыгаешь? Подожди, а как ты сюда? Сюда ты... Точно. Точно. Нам же нужно запереть дверь. Потому что, вы знаете, никто не имеет права попадать на кухню. Хотя у нас никто особо и не стремился, только туалет их интересовал. Я бы хотела убрать пока что тортик. Мы с вами запереть для всех, кроме Синдл. Мы убираем тортик, и я думаю, что ребят нужно отправлять высыпаться. Предыдущий день прошел без приключений. Синдл занималась Тиной, занималась садиком, и, между прочим, наши ребята смогли принести очень-очень много денег. Во-первых, Марк получил повышение, а Олеса принесла целых 660 симолеонов, и я смогла даже что-то продать из нашего садика. И теперь у нас уже есть 5700 симолеонов. То есть, в принципе, мы с вами достаточно быстро сможем накопить ту же сумму, которая у нас была до этого. И, кстати, нам не нужно оплачивать сейчас ничего. Нет, нам ничего не нужно оплачивать, это не может не радовать. Также, наконец-то у нас сегодня будет день рождения Марка. И я думаю, что сразу же после того, как мы его отметим, мы также отметим день рождения нашей Тины. То есть у нас будет ночной день рождения. Думаю, может быть, мы кого-нибудь пригласим в гости. Наша Синдл продолжала готовить, она еще успела приготовить несколько блюд, я все записала. Ну и сейчас она, в принципе, в хорошем настроении. Самое интересное, что в последнее время очень часто так бывает, что наш Джулиан остается дома вместе с Синдл и с ее дочерью. И знаете, мне кажется, это такой вот намек, что все-таки... Ну я не знаю, честно вам скажу, пока не знаю, будем ли мы их сводить или нет. Ну что, Джулиан? Джулиан у нас отсыпается, он, конечно, молодец. Он хорошо зарабатывает, и он справляется со своей работой фрилансера, но он, конечно, не высыпается. Его постоянно гонит отсюда его Олеса, и, честно говоря, мне как-то становится обидно за нашего Джулиана. Ой, смотрите, явился, а что ты такой раскрасневшийся? Марк, ты у меня вызываешь какие-то такие вот двоякие, ну, скажем так, чувства, и мне кажется, что ты как-то немножко неправильно себя иногда ведешь. Давайте посмотрим, что ему нужно для повышения. Для повышения ему нужно писать книжки. Он в хорошем настроении, поэтому давайте-ка мы сразу же его отправим к компьютеру. Да, Даша хотела его отправить к компьютеру. Давайте-ка мы сейчас попросим Адриана пойти поиграть. Может быть, твои сестрички тоже к тебе присоединятся. Ты, наверное, отправляйся что делать? У тебя досуг упал, да? Ты хочешь поболтать? Ты болтаешь со своей сестричкой. Но я думаю, что мы пока что тебя попросим. Пойди послушай музыку. Ребят, тут у нас такая музыка играет. Послушайте. Ну, если вы узнаете, тут часто бывают мелодии из Sims 2, Sims 1. Давайте-ка найдем сейчас что-нибудь подходящее, следующее. Может быть, кто-то из наших симов уже успел переставить? Нет, по-моему, они уже сменили станцию. Слушайте, ну как так можно? Да, они сменили станцию, я думала, что у нас играет все та же. Нам нужна станция под названием Ретро. Где тут она у нас есть? Я думаю, что вы и так знаете, просто, знаете, немножко ностальгии. Вы слышите? Это же музыка из Sims 1, Sims 2. Иди, наверное, сейчас послушай какую-нибудь более веселую песенку. Ну вот эту давайте возьмем. Пусть она потанцует, и мне кажется, у нее должно подняться настроение. Синдл, кстати, тоже практически все время танцует. Кто-то уже названивает Олесе. Стелла. Наша дружба не зависит от физической близости, ведь мы полностью понимаем друг друга, люблю тебя. Подождите, это же ее младшая сестра. Ладно, допустим, я ничему не буду удивляться, это Sims 4. Наш Марк занимается писательством, поэтому давайте мы попросим его написать про любовь. Он у нас будет писать книжки про любовь. Может быть, он напишет, конечно, про свои отношения с Синдл, а может быть, еще с кем-нибудь. Вы просто послушайте. У меня сразу же появляются ностальгические чувства, и как-то, знаете, вот хочется мне все больше и больше поиграть в Sims 2, Sims 3, поэтому
Возможно, возможно, мы с вами как-нибудь поиграем. Ну что, дорогая моя, ты хочешь в туалет? Ты у нас танцуешь, ты должна будешь сейчас вообще готовить вечеринку. Вообще, я думаю, что вечеринку будет организовывать Марк. Ну, Синдл у нас как барышня, которая за всех всегда готовит, которая за все отвечает, за все вот эти вечеринки. Она, конечно, должна будет приготовить сейчас что-нибудь вкусненькое, но сначала сходи в туалет. Блин, мы только стирку вчера устроили, идет дождь. Эх, где справедливость? Взять белье и оставить рядом. Ну, правильно, логично, а чем тебе еще заниматься? Также, кстати, я добавила пчелок, поэтому мы можем с вами... Надо, во-первых, использовать средства от клещей, и давай посмотрим, Марк у нас работает. Смотрите, какой игривый, он у нас прям, видимо, готов писать какие-то романтические истории, ну, пусть пишет. Что у нашей малышки? Малышка Тина хочет спатки, пусть отправляется спать, она у нас, между прочим, очень даже неплохо тоже прокачивает навыки. Поэтому я думаю, что, возможно, мы придумаем какую-нибудь интересную, может быть, фишку, как ее чуточку побыстрее повзрослеть. И вообще, конечно, надеюсь, что мы достаточно быстро доберемся до третьего поколения, до Тианы, ну, то бишь Тины. Ну что, дорогая моя, ты готова? Что ты делаешь? А, ты все еще занимаешься пчелами, правильно, занимайся давай. Переодеться в костюм пчеловода? Нет, я хотела бы подружиться, но мне кажется... О, собрать мед. Слушайте, а давайте, может быть, мы медовичок сможем приготовить? Неизвестный. Посылка доставлена, не опаздывайте. Чего? Вы кто? Розыгрыш, спасибо. Я бы хотела и тут собрать мед, и там собрать мед, и, возможно, мы как раз действительно сможем сделать праздничный медовичок. А ну-ка, давай проверим. Приготовить? Ну-ка, пожалуйста, сделай медовичок. Я хочу на день рождения Марка приготовить медовик. Все, прекрасно, мы можем приготовить медовичок. А где наш Марк? А Марк все еще пишет, вы посмотрите, какой у нас прям игривый. Ребят, вы не устали? Да, наши детишки устали, поэтому я предлагаю отправлять их спатки. Хотя нет, они вообще-то голодные. Я думаю, что все-таки они должны хотя бы по кусочку тортика получить. Ой, посмотрите, посмотрите, отрывается. Наш Джулиан решил как-то поднять себе настроение, ну или хотя бы там немножко потанцевать под музыку. Что я еще хочу приготовить, что я еще не готовила? Давай-ка посмотрим. Мы с тобой не готовили. Вот тут у нас есть такие вот... Подожди, жареная курица из тофу? Нет, она меня не интересует. Я сейчас хочу перейти в наше изысканное блюдо, и мы с вами не готовили без мяса. И мне кажется, что мне эти бутербродики, знаете, так вот подойдут, типа как маленькие такие вот закусочки. Мы не будем сейчас какой-то прям супер-пупер грандиозный ужин готовить, знаете, что-то такое вот прям легенькое, бутербродики, тортик. Я думаю, что им должно это понравиться. Наша красавица Сабрина все это время сидела и занималась проектом. Вы представляете, давайте мы запустим химическую реакцию. Вот такой у нее получился симпатичный вулкан. Мы потом его, конечно, положим в багаж, чтобы она забрала его с собой в школу. Ну и давайте-ка глянем, кто чем занимается. Олеса, что ты делаешь? Играть под дождем. Правильно, а чем еще вампиру заниматься под дождем? Она решила поиграть, потелепортироваться туда-сюда. Ой, смотрите, сколько радости. Вы когда-нибудь видели довольного вампира под дождем? Нет? Ну вот теперь можете на него посмотреть. Хорошо, ты у нас развлекаешься. Как делишки у Майи? Майя очень устала, и она собирается пойти спать. Я хочу, чтобы... Ты сейчас... Ого, ты уже готовишь одно, готовишь второе. Значит, поставим здесь сейчас тортик. Блин, он мне так нравится. Он такой какой-то, знаете, очень аппетитно выглядящий. Я сама попробовала. Мы должны сейчас добавить свечи. И я хочу, чтобы Марк прямо сейчас организовал свой день рождения. Значит, что мы должны сделать? Мы должны запланировать общественное мероприятие. Я не знаю, на 10 часов вечера к нам кто-то придет или нет. Но я думаю, что мы попытаемся хотя бы пригласить, может быть, родственников нашей Золушки, так как Марк и так их уже знает. Что мне нужно? Нам нужен день рождения. Мы с вами берем кого? Ну, конечно же, именинник у нас пока что один, у нас именинник Марк. Гости. Ну, пригласим, наверное, ну, не знаю, Джулиана, ну, придется, знаете, у него нет выхода. Возьмем наших детишек, пригласим Олесу, Тина все-таки должна отдыхать. Кого мы можем еще пригласить? Джемма, ну, давайте, какая-то странная немножко Джемма, можем пригласить Дэниела. Лауру мы пригласим. Подожди, а где твоя... Подождите, а почему здесь нет... Подождите, а как такое может быть, что он не может пригласить свою, ту, возлюбленную? Нет, он ее не может пригласить. То есть он пригласит сестру нашей Синдл. Он, давайте, она будет специалист по кейтерингу. Но он не может ее пригласить, учитывая, что у них были шуры-муры. Это, знаете, как-то несправедливо. Хорошо, давай-ка мы сейчас сюда перейдем. Коктейль, коктейль. Резиденция Уайт. И знаете, что я сейчас сделаю? Я, наверное, все-таки приглашу нашу сестрицу. Ну, то есть это как-то будет не очень красиво, если мы ее не пригласим. Хотя я вот, кстати, не знаю, наша Золушка догадывается про то, что между ними что-то есть. Вот, Стелла, давай мы тебя пригласим на свой участок.
Ну, все-таки это было бы нормально, учитывая, что они действительно хотя бы знакомы. Выставляем бутерброды. Так, ребят, вот вам бутерброды. Вот вам тортик. Пожалуйста, отмечайте. А, что такое? Чего ты какой-то злюка? Ты все еще залишься из-за телефонной шалости. Тебе делать просто нечего. Значит, проверяем. У нас сегодня действительно день рождения у Марка. И Стелла тоже скоро придет. Мне даже интересно, какая будет реакция у нашего... Марка на Стеллу. Чё ты стал и завис? Ты опять хочешь... Блин, он опять хочет идти танцевать. Да что ж такое? Чё они у нас такие все танцующие? Значит, мы с вами подходим. Блин, опять наш Джулиан разбрасывает свои планшеты. Ну что ж это такое? Это прям издевательство какое-то. Прячь свой планшет. Что ты делаешь? Чё вы? Они все идут танцевать. Подождите. Почему они все пошли... Ты от кого беременна? Джема, я надеюсь, что ты беременна не от Марка, а то я уже ничему не удивлюсь в этом нашем челлендже, потому что вы знаете, как у нас все тут иногда закручивается. Я предлагаю пойти задуть свечи. Раз у нас день варенья, то надо бы загадать желание. Ну что, Марк, ты готов? А, это ты делать готов. Взрослая жизнь. Вас ждут осуществление мечт, планирование пенсии, кризис среднего возраста. Марк, мне, конечно, тебя искренне жалко, но давай-ка мы... пригласим всех за стол. Ну и, конечно же, когда наши ребята сейчас все это отметят, они смогут сразу же отметить день варенья Тины. Она как раз проснется, и я думаю, что это будет идеальный вариант. То есть два дня рождения... Подожди-ка, зачем еще один торт? Я понимаю, что ты в ударе, моя дорогая, но, блин, еще один тортик можно было и не готовить. Давай мы тебя попросим приготовить еще одно какое-нибудь изысканное блюдо, а то тортеллини с омаром давай для вегетарианцев, а то мало ли, вдруг они скажут, что-то мало, что ты нам там бутерброд... Подождите, это к нам столько народу сейчас прям бежит? Да, нам нужно больше приготовить, а то я чувствую, не хватит всем. У нас такая вечеринка, знаете, немножко шумная и немножко, ну скажем так, разношерстная получается, потому что у нас тут и детишки, и взрослые, и родственники. Стелла пришла, смотрите, они переглядываются. Они 100% с Марк... Блин, я не удивлюсь, если Стелла потом его, знаете, как-то соблазнит, и он к ней переедет. Вот не удивлюсь, ребят, серьезно. Вот серьезно. Ой, смотрите, какой довольный. Ну и посмотрите, он сел рядом с Джулианом, я думала, у них сейчас конфликт будет. Наша бедняга, знаете, Синдал, учитывая, что у нее, как бы, у ее возлюбленного день рождения, она все равно стоит у плиты, она все равно готовит, и мне ее так жалко становится. Ну, что поделать? Что поделать? У нашей Синдал тяжелая судьба. Че ты тут стоишь, мнешься где-то в прихожей? Может быть, ты пройдешь? Мы как бы не кусаемся. Я просто хочу посмотреть, что тут у нас происходит. А, эти пошли обниматься. Мне кажется, что нашей сестрице надо пойти кого-то укусить. У нас тут ходят все. Подождите, она так и не вернулась домой. Она здесь переоделась и домой не вернулась. Ну хорошо, дорогая, раз ты у нас тут мокнешь под дождем, я могу тебе сделать подарок и найти тебе какую-нибудь жертву. Так, жертва, стой. Стоять, жертва. Ты кто такой? Ты Джим Купер. Мы тебя уже здесь видели, мы тебя уже кусали, но я тебя укушу еще раз. Надеюсь, у тебя много кровушки, и мы сможем тебя так хорошенечко сейчас покусать и насытиться. Ты готовишь? Готовь давай, дорогая. Я бы хотела, чтобы ты тоже свой тортик попробовала, а то это как-то странно выглядит. А тортик еще есть? Да, еще есть тортик. Здесь у нас все уже покушали. И подождите, и бутерброды остались. А что они едят? А то у них столько тарелок, они что-то съели, а как-то вроде как и ничего не убывало. Ну ладно. Ты это все приготовила? Молодец. Попробуй, пожалуйста, тоже тортик. Возьми кусочек. Что-то, знаете, Марк все время к Джулиану подсаживается. Меня немножко это смущает. Будет очень смешно, если в итоге они как-то еще себе сойдутся. Может быть, у них там какие-то выйдут шуры-муры. Наша малышка все еще спит, но у нас уже, между прочим, пятница. Наконец-то. Наконец-то, во-первых, у нас сегодня день признания в любви. И мне кажется, это будет очень важный праздник, потому что мне кажется, что на сегодня... Может быть, наконец-то решится, с кем нужно быть Синдал. Все-таки она будет с Марком или с Джулианом. Ну, это, знаете, такой вот будет показательный день. Между прочим, день рождения очень скоро у нашей Синдал. Ну и сегодня у нас наступает день варенья. Сегодня день рождения у нашей Тины. Кстати, еще одна новость, но я думаю, что, может быть, я вам уже говорила в прошлой серии. Че ты к пчелам приставишь? Да не... Подожди, ты не укусила Джима? Слушай, Джим какой-то... А, так Джим туда-сюда гуляет. Джим, подожди. Подожди, у меня к тебе есть вот очень серьезное предложение. Я хотела бы выпить твою кровь. Значит, Алеса выгоняет этого самого Джулиана из постели. То есть они не спят вместе. Я надеялась, что они как-то, может быть, ну, вроде бы помирятся. Но нет, нифига. Она его выгоняет. И я вам говорю, Джулиан, ну, он бедняга. Может быть, мы с вами его отселим. Но я бы не хотела. Настолько с ним много было связано, что... Будет, наверное, как-то не очень красиво, если мы сейчас возьмем его и отселим. А ты ходишь, убираешь, бедняга.
Бедняга наша Синдала, а вообще, что у тебя, истинный шеф-повар? Ну, это мы сами знаем. Она у нас столько всего успела выучить. А Марк... Ребята, посмотрите, Марк танцует со Стеллой. А подожди, подожди, подожди. А почему ты какой-то таблетка антидепрессанта? Зачем? У тебя же день рождения. Ты же съел вкуснейший тортик. У тебя должно быть идеальное настроение. Удалить страну че? Рискованный перепихон в шкаф. А давайте попробуем. Я знаю, что, возможно, это неправильно. Может быть, она нам откажет. И Джулиан еще. А представляете, вот сейчас Джулиан наблюдает вот эту сцену, что Марк как бы клеится к Стелле. И он рассказывает об этом... Синдел. Синдел в шо... Да ладно, она согласилась. Ребят, вы же понимаете, что она могла ему отказать, учитывая, что он как бы ее не знает. Но получается, что нет. Получается, что он ого-го как... ну, тут как бы, если посмотреть, то она сама на него набросилась. Бедняга Синдел, мне аж как-то грустно, знаете, становится от этого всего. Но нам теперь пора повзрослеть нашу малышку. Давай-ка, просыпайся. Мы сейчас... подожди-ка, нам еще нужен тортик, да? Вы уже все то... Блин, уже все тортики покусали. Значит, давай мы тебя попросим приготовить, наверное... Давай посмотрим, может быть, какой-нибудь изысканный тортик мы приготовим для Тины. Что у нас с вами есть интересного? Многослойный... форельку, кстати, нам надо будет с вами приготовить. Давайте многослойный. Пусть она приготовит такой вот тортик. Я надеюсь, что мы его тоже сможем сейчас использовать как денерожденческий тортик. Нет, ну вы представляете? Все-таки... Да тут же куча свидетелей, все стоят, смотрят на них. Марк, Марк. Марк, Марк. Я надеялась, что Стелла тебе откажет. А оказывается, она тебе не отказала. Она была очень даже за. И Джулиан, как вы видите, он свидетель этого всего. Поболтать с Марком. Мне кажется, что он сейчас подойдет такой к Марку и скажет, слушай, ты вообще как поступаешь с Синдл? Ты вообще как себя ведешь? Ты ведешь себя крайне некультурно, неприлично, и вообще я тебе сейчас морду набью. Ну, морду он, конечно, ему бить не будет, но кто его... Слушайте, а давайте действительно... Джулиан, ну подожди, Джулиан, надо Марку все объяснить. Прогнать нет, но это будет прям слишком. Давай-ка мы что устроим? Драться, дать пинка, глумиться, выплеснуть напиток. Давай! Джулиан, ты должен это сделать. Что ты идешь делать? Посадить, дать, оставь ты ребенка в покое. Ребенок у нас вообще должен быть... Ой, наш ребенок голодный, ребята. Малышку нужно срочно отправить вниз, пусть скушает хотя бы бутербродик, пока мама готовит. Ну что, вы идете? Ой, ребят, сейчас будут разборки. Сейчас будут, смотрите. Не получилось, да? Не получилось. Да, какая-то желейка у тебя получилась, а не разборки. Давай-ка мы тогда сейчас тебе что сделаем? Мы сейчас тебе злые действия покричим на него. Скажем, ты что сделал? Ты что натворил? Подожди, ты что, на него кричать не хочешь? Я же тебя попросила покричать. Давай-ка, нет, ну спорить тоже не хочется. Кричи, давай, Джулиан. Давай, выскажи Марку все, что ты о нем думаешь. Ты вообще понимаешь, как ты поступаешь с Синдл? Да я, конечно, понимаю, что я тоже не подарок, но ты... Ты же мог ее не предавать. И разошлись, знаете, как такие обижены, наказаны. Разошлись в разные уголочки, типа, подожди, я ничего не сделал. Малышка очень голодная, ребят, надо сейчас как можно скорее ее накормить. Малышка наконец-то покушала, и мне кажется, что пора задуть свечи. Подождите, а кто это у нас сейчас в гостях? Джим Купер. Подожди-ка. Тебя должны были укусить, и тебе здесь, в принципе, делать нечего, нет, вы понимаете? Чувак, которого Алиса должна была укусить, приперся к нам домой. А действительно, почему бы нет? Ну, меня укусил вампир, я имею право попросить это самое, кусочек тортика или какой-нибудь вкусняшки. Подождите, а кто с нами спускается? То есть с нами спускается сейчас Джулиан. Он, как вы видите, решил не пропускать день рождения нашей Тины. И знаете, мне это в нем нравится. Вот я не знаю, я как-то к нему склоняюсь. Как-то вот он, знаете, такой вот, столько всего с ним было интересного. И мне не хотелось бы его терять. Посмотрите, какие движения у Олесы. Мне кажется, что Олеса действительно тоже, наверное, скоро съедет. Мне кажется, она захочет переехать к своему вампиру. И, в принципе, ну, что ей здесь еще делать? Она и так уже, знаете, много нам тут всякого устроила. Зачем ты сквозь стол ее посадила? Вот, друзья мои, Тина взрослеет. Пришло время выбрать для нее жизненную цель и черту характера. Как вы знаете, мы должны будем с вами купить ресторан и им управлять, поэтому я думаю, что нам нужно что-то связанное с нашей карьерой. Но, к сожалению, пока что у нас нет никаких подходящих пунктов, поэтому давайте-ка посмотрим, что для нее еще можно выбрать. Она любит природу, вегетарианка, переработчица, дитя острова, дитя океана...
Экоэнтузиаст, чистюля. Может быть, нам с вами ее сделать? Слушайте, а давайте-ка мы ее сделаем. Может быть, мы откроем вегетарианский ресторан. Я, честно говоря, пока что не знаю, что нам для нее выбрать, потому что, ну, нам, в принципе, подойдет, наверное, любой пункт. Угрюмая, гений, самоуверенная, эксцентричная. Ну, вот это вечная проблема, когда тебе нужно выбрать какой-то интересный пунктик. Я думаю, что брать чистюлю мы не будем. Мы можем сделать ее привередой, кстати. Можно было бы сделать ее привередой. Неряха, ну, я думаю, что это чересчур. Она же у нас все-таки должна будет заведовать рестораном. Давайте-ка, слушайте, а давайте мы ее сделаем, может быть, обжорой? Может быть, давайте ее сделаем обжорой? Ну, должна же быть какая-то у нее интересная черта характера. И выберем, наверное, творчество, я думаю, потому что она у нас все-таки должна быть, ну, как бы творческой личностью, она будет заниматься своим собственным рестораном, и ей это будет очень и очень даже кстати. Ну что, друзья мои, вот так теперь выглядит наша наследница, но, как вы понимаете, мы должны будем ее поменять, так как у нее наверняка сейчас какие-то там скинтоны добавились, плюс мы ее сделаем темненькой, все-таки она у нас будет темненькой девочкой, и этим мы с вами займемся уже в следующей серии. В этой серии, ребят, мы переехали, точнее, мы перенесли наш дом, мы отметили день рождения Марка, и мы отметили день рождения нашей Тины Тианы. Как будет складываться дальнейшая жизнь нашей семейки, как будет в дальнейшем складываться жизнь нашей Синдл, мы уже узнаем в следующей серии. Поэтому, ребят, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, до скорых встреч, пока-пока! The sky was...